Свыше триллиона рублей ежегодно закладывается в бюджет России на восстановление новых регионов. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции с журналистами. Деньги идут в первую очередь на восстановление инфраструктуры и возвращение к нормальной социально-экономической жизни. Кроме того, многие регионы России взяли шефство над новыми территориями. По словам президента, они уже вложили порядка 150 миллиардов рублей на помощь побратимам. Напомню, что в прошлом году Югра подписала соглашение о сотрудничестве с городом Макеевка в ДНР. За это время округ помог отремонтировать более 200 объектов инфраструктуры. Это школы, детские сады, больницы, многоквартирные дома. Кроме того, в Макеевку отправили больше 4000 единиц оборудования и коммунальной техники. Также в клиниках нашего региона оказывают высокотехнологичную помощь жителям ЛНР и ДНР. Кроме того, в Югре организуют летний отдых для детей из новых регионов. Вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это.